образовалось хорошее взаимодействие, когда, с одной стороны, преподаватели вкладывают свои знания, а родители приводят детей и то же самое помогают педагогическому составу в обучении детей, в привитии ему им всего самого прекрасного. Мы поздравили представителей трудового коллектива, поздравили ребят, родителей с Новым годом, пожелали им всего самого-самого хорошего в их развитии, в их дальнейшей работе. Комиссия будет заниматься проблемными вопросами образования, воспитания на территории городского округа Химки.